Бля, я хотел ультой заебать. Может запилить ностальгию по Наруто? Эй, сучка, нажми. Так нажалось. Охайога, заимас, да ты боё. What the hell are you two doing? Get your ass down from here now, boy! Всем привет, с вами снова я, Филипп Рефил. И сегодня я хочу с вами поностальгировать о Наруто. Как это было и остается до сих пор просто охрененно. Это просто супер, я не знаю. С Наруто у меня столько воспоминаний, столько впечатлений связано, вы не представляетесь. Присаживайтесь или даже прилаживайтесь поудобнее. Вас ждет увлекательное путешествие вместе со мной в мир моего детства, в мир Наруто. История моего знакомства началась очень давно. Это был примерно 2007 год. Я тогда пришел к своему другу Паше, и он тогда что-то смотрел непонятное по DVD-шнику. Я тогда не понимал, что это. Думал, какое-то дерьмо, какое-то вообще непонятное. Такого близко раньше не видел. Какие-то челики, что-то они там говорили непонятно, что-то как-то дрались вообще. И я таки не понял, и, ну, то есть, приходил к нему и смотрел с ним просто так, от нехер делать. И в тот момент, кстати, я вас обманул, это был не 2007, а 2009 год. Летом появились такие вот календарики, надеюсь, вам будет видно. Не только по Наруто, но и разные вот в продаже. Я тогда, кстати, активно их собирал, вот еще по тетради смерти. Календарик вот такой, надеюсь, вам видно. Ну и сразу хочу извиниться за качество видеосъемки. Я хочу его снять именно в этом таком формате, которым снимаю. Поэтому что-то хреново видно, ну, выбачайте. Вот. И я у чела спросил, у него было кабельное. Не, не кабельное телевидение, а спутниковое у другого, не у Паши, у другого моего друга детства. Я сказал, да, типа, я смотрю. Это аниме, типа, классно. Тогда, по-моему, аниме даже не называли, просто мультик, или даже не трактовали, какой-то категории не относили. Я говорю, ну, объясни, что это, мне интересно. То есть, ну, не понимаю. А, это было еще до того, как я увидел, значит, вот, на диске у Паши. И он мне объяснил, ну, это аниме, где... Вот, блядь, я... Я это вырежу нахуй. Я у него спрашиваю, что это такое? Он такой, ну, там могут убить с одного удара. И я тогда в голове все такое прокручиваю. Типа, чел берет, бьет как-то другого. Или как-то там по-другому, и он сразу умирает. В смысле, что? Ну и все, на этом как-то все завершилось. А потом вот я у Паши все-таки видел. Ну и так себе было. Потом мне что-то так интересно стало, вы не представляете, я так хотел, я когда приходил, типа, да-да-да, Наруто, 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 я у него взял диск, я смотрел, блин, это было вообще обалденно, и в школе все начали тоже Наруто смотреть, он учился со мной в одной школе, но в параллельном классе, это было так охрененно, я, короче, начал ходить в библиотеку, и я до этого ходил, городскую, детскую, но стал ходить еще больше, потому что там были много выпусков журнала «Каламбур» и «Когда ты один дома», именно с информацией по Наруто. Кстати, было бы хорошо вам их показать, но мне лишь, честно, лень доставать там очень много и искать это. Но будет отдельный видеоролик по моим коллекциям, и я покажу эти журналы. И я ходил, я переписывал туда все подряд. То есть информацию о персонажах. И какие-то там комиксы присылали другие читатели. Я их себе тоже пересылал. Ну и плюс я выписывал тогда еще журналы. Короче, у меня 4 целые тетрадки по Наруто. Я вам их вкратце покажу сейчас. Вот так она выглядит, одна из них. И вот тут я журнал распотрошил.
всякие подписи, вот стихи Наруто, как можете видеть. Вот это я рисовал банданы, протекторы. Это как мое оформление. Я где-то увидел, как их нарисовали Какаши, мне понравилось. И вот так вот я заполнял, потрошил журналы. Очень-очень долго. И более того, когда я начал так делать, начал мой друг Паша, ему тоже понравилось затея, и он тоже это делал. То есть мы с ним переписывали вот эту всякую информацию, что-то рисовали, вырезали, клеили. Вот, я через копирку, те, кто знает, что такое вообще, должно быть круто, ностальжи. Вот, через копирку я себе перерисовывал всякие комиксы, и было обалденно. Короче, круто очень. Интересно было теории читать, что там будет, но диска с аниме у меня так и не было на тот момент. Вот еще покажу вам немножко. Так, вкратце. Комиксы, которые срисовывал. Достаточно забавные, считаю. И вот тут информацию я прям вот... Вот вы видите, сколько, какая большая тетрадка, я всю исписал. Это капец, мне так интересно было читать, узнавать о персонажах. Но, как я и сказал, у меня не было диска, чтобы я смог посмотреть аниме. Но однажды случилось это. Я помню этот день, как вчера. Это было настолько охеренно. Я маму так уговаривал, так упрашивал, чтобы она мне купила Наруто. Но проблема была в том, что в моем городе не продавалось Наруто. Его не было. И как в сериале «Не родись красивой» пелось «Проходят дни, пролетают года». Но однажды я гулял, это было суббота, выходной день, насколько я помню, с Денисом. И мне мама позвонила, типа, все, я типа возвращаюсь с работы, да, в субботу. И типа, выйди меня встрети. Я ее встретил, и она мне говорит, типа, вот возьми сумку, помоги донести. Я ее беру, а там два диска с Наруто! Ебать! Это так охеренно. Оригинальная коробка у меня не сохранилась. Но, блин, там, ну, можно, в принципе, их открыть. То есть, там было два диска с Наруто, Наруто Шипуден. Это так охуенно. Я тогда кончил. Я хоть-то, ну, как это? Очень сильное удовольствие испытал. Я так охренел тогда. Вы не представляете, как я хотел быстрее прийти домой. Она говорит, типа, давай по пути зайдем в магазин, там что-нибудь вкусное купим. Типа, не надо, не хочу, типа, быстрее домой Наруто хочу. Хочу посмотреть Наруто. О, я так хотел. И я пришел, и первое, все, разделся по-быстрому, достаю DVD, диск вставляю в видик. В DVD. И включаю. И первая серия, знаете, какая первая серия была? Не? Тут, конечно, написано «Наруто. Ураганные хроники». Я тогда не знал, что это продолжение. Вообще, охерел, почему все так выглядят. Но я был рад, потому что это был Наруто. И первая серия Шипудена... Знаете, что было? Нет, не первая серия Шипудена. Была серия, где Какаши учил Расену Сюрикену. Ну, а точнее, обучал Наруто улучшению Розенгана. Я такой... Чего, блядь? А чего это вообще не сначала? А потом еще была серия, где следующая нашла, где команда Наруто новая, там где уже Минато. Ой, не Минато, какой Минато. Ямато был их командиром, и они, короче, туда в убежище Корчимару не пробрались. Это была вторая серия на диске. Но потом была нормальная хронология, и там примерно, если я не путаю, то что-то в 70-й серии, может, ну, может, даже меньше. В общем, там серий немало было, но это, но это на этом кончалось. И все, я думаю, типа, а дальше? А дальше где? Где мне взять дальше?
Кстати, я что-то не знаю, не помню, откуда мама взяла эти диски. Надо бы у нее спросить, на самом деле. И давайте я вам еще покажу. Какие они исцарапаны, жесть. Там, кстати, один бракованный был и страница... Ой, не страница, одна сторона не воспроизводилась полностью. По-моему, там до арки Сора, или как чела звали, у которого тоже чакра девятихвостого была. Вот после нее началась арка про Хидана и Какузу, если я ничего не путаю. И, короче, это была жесть. Но, потом у меня появился этот диск. Это была зима. Уже точно не скажу, какой это был год. И мы с дедом пошли на мини-рынок. Им типа, ну, можешь выбрать какой-нибудь диск. А там, чтобы объяснить, был... Ну, он есть такой ларёк, но сейчас там совершенно другое. И там куча дисков. Там самый крутой магазин был в нашем городе. И там, получается, были в основном игры, но были и фильмы, сериалы, мультики. И аниме были. И было Наруто. И были вообще, по-моему, разные диски. Но я почему-то захотел этот. Либо остался, наоборот, только этот. И я такое делаю, типа, хочу это показывать. Такой, типа, зачем, что это? Это ерунда, когда тебе нравится. Вот, да, я хочу, мне нравится. Короче, я настоял на свое, он мне купил, и я пришел в комп, вставил в дисковод, да, раньше компы с дисководами все были. И сател. И этот диск тоже бракованный, потому что он что-то неправильно записался, и что он гудел. Те, кто пользовались и DVD, и CD-ромами, наверное, понимают, о чем я говорю. Не путать с флоппи-дисками. Они, некоторые диски, бурчали сильно. Тут, получается, концовка была первого сезона, ну, просто Наруто, и начало Шипудена. Плюс тут был, по-моему, даже один из фильмов Шипудена и пару овы. Я их просмотрел. Несмотря на то, что диск выделал, особенно первой серии и последней, ну, как-то так оно записалось, но это было круто. Следующим этапом было вот этот диск, вот это издание, для меня это просто легенда, это просто легенда. Это второй выпуск, начало. Вот, не, ну, посмотрите, какое оформление обалденное, я не знаю, я до сих пор кайфую, то есть тут как в игре, прям, возможно, с игры взяли... Вверху мне как нравится, ну короче, супер. Это тут как раз события, которые в пятой книге Наруто от Азбуки, ну продолжение, получается, читаете пятую книгу от Азбуки, берете этот диск у меня и смотрите дальше продолжение в аниме. И его купили, я не помню, мама была на работе, я что-то приехал к ней на автобусе. Кстати, странно, что я один приехал. Я тогда, по-моему, смотрел... Тоже Наруто, но где-то по-другому. И я увидел этот диск, я его выпросил, она мне купила. Еще мне купили вот такие наклейки с Гарфилдом. Я их использовал в своем одном классном ежедневнике, можно сказать. И тут такие серии... Тут начинается с того серия. Ну, диск начинается с того, как Наруто бьется с Гарой вообще по полу. Там флешбеки... ну, не флешбеки, а... Как-то раскрытие персонажа, то есть прошлое детство Гары показывают. Там так охеренно, я так просочувствовался этому Гаре, он мне так нравился. А вот после этих серий, как он страдал, я не знаю, этому стал самый любимый герой, и он был таким вплоть до появления Пейна. А потом и он-то. Ну, самый любимый персонаж Гара. Кимимару, кстати, мне очень нравился. Гара мне нравился больше всего, потом мне нравился Пейн, самый офигенный персонаж, и даже сейчас он, в принципе, самый такой неслитый. И Обита. Ну, судьба Обита и Гары мне не очень понравилась. Концовка. Разбавочку покажу вам, что я делал на досуге еще себе. Это с моей самодельной кунай 2 с картона. Протектор почему-то с конохой я сделал, хотя хотел, я помню, тогда сделать с деревни песка. Ну, почему-то сделал. Вот тут печать взрывная, типа.
и сюрикен такой. Был еще большой сюрикен. А, вот один есть, большой. У меня. Я ими пользовался активно у себя дома. Куда-то выносить еще я боялся, не хотел их повредить. Вот. А вот это, кстати, я на уроке нарисовал. На одном из уроков я сидел, мне нефиг было делать, я начал рисовать, и мне понравилось, и я вот сохранил, не выкинул. Вот тут видно мой конспект, если так можно выразиться, и вот это, по-моему, ну кто это? Возможно, даже Пейн. Хотя, судя по протектору, это кто там? Исканул. Что ж, ну дальше у меня такие двоякие воспоминания, я могу ошибиться. Я не видел, какой из этих дисков у меня появился раньше. Кстати, я сейчас заметил прикол, что в этом диске тут обрез... А-а-а! Вообще, по идее, вот этот диск у меня, по-моему, не было, я его обменял. Вот этот обмененный. Однажды, в канун Нового года, в день в 31 декабря... Сейчас бы Новый год 31 октября был. Вот, я пошел принимать ванну, я тогда маленький был. Сейчас я уже ванны не принимаю. Вот, а когда я вернулся, там был приз от Деда Мороза, и там помимо всякой классной темы был диск с Наруто. Я помню, что первая серия, которая там была, вот опенинг я очень запомнил, он классный, я надеюсь, сейчас вставлю фрагмент. Он, блин, вообще просто... офигенный, у меня очень нравится такой атмосферный, там серии были как филлерные про Райгу, про чела одного, который у него были клинки с молниями, ну, клинки одного из мечников семи, скрытого дождя, нет, скрытого тумана, кровавого тумана, да. А вот этот диск третий я, честно, тоже не помню, по-моему, его выменял, то ли взял посмотреть, и по итогу... Кстати, я чуть не упустил, самое классное. Смотрите, они внутри какие. Видите, это обалденно просто. Надеюсь, вам нормально видно, опять-таки. И второй диск тоже офигенный. Я когда его купил, я так кайфовал. Блин, это вообще, это было так охрененно. Вы бы знали, это такие эмоции. Это Наруто, это просто суперская тема, я не знаю. Ничто так не влияло ну, до года так 2012-го. На меня как Наруто, это просто вот мой, не знаю, кредо по жизни, мой моральный компас. Просто вот, ну, вот это то, что сделало меня таким, какой есть. Вот одно из самых больших влияний. Все, что было потом, это накладывалось. Ну, то есть я не хочу преуменьшать влияние других каких-то моментов в своей жизни, но вот Наруто это одно из самых первых, самых важных было, я считаю, все-таки. Еще у меня диск с полнометражками есть. Возможно, пленка от свечек вам вообще нифига не видно. Вот покажу, что сзади. Тут первый фильм Наруто, ну прям вот первый. Второй, третий, четвертый. Есть спецвыпуски, один из которых. Спортивный фестиваль, там, где Наруто выпил просроченное молоко и пытался посрать. Это, бля, просто охрененно. Еще у меня есть такой диск. Типа третий, четвертый сезон. Но не третий, четвертый сезон. Я, честно, не скажу вам сейчас какие-то серии. Не вспомню по счету. Но примерно это серии, где Саски уже убил Орочимару и встретился с Дейдарой. То есть, если я не путаю, это серии уже после того. Это серии, короче, вот после этого примерно. Почему я его гуглил? Потому что посмотрел, что тут аниме, диск, который я сейчас вам покажу, тут какое-то другое аниме есть. Это был, помню, тоже день классный. У моей бабушки книгу издали, и в библиотеке нашей там, типа, как сказать, ну, празднование было. И я как-то, короче, уговорил, то ли мне там что-то. Диск купили. Правда, не помню, бабушка или мама. Возможно, мама. Тут пятый фильм Наруто. Ну, по-моему, все-таки пятый. Написано пять. И Гарфилд. И Пингвин Мадагаскар. Еще есть Вверх.
Кстати, вверх я, по-моему, благодаря этому диску впервые посмотрел, и «Дух живого леса» вроде отсюда впервые посмотрел. Хотя, возможно, «Дух живого леса», если я не путаю произведение, у меня был и на кассете, но, наверное, ошибаюсь. Пятый фильм «Наруто» классный, но... Так... Тут описание, конечно. Я просто не особо помню по фильмам, ну, по номерам, что какой. Я только помню хорошо, что восьмой — это «Кровавая тюрьма», один из моих самых любимых фильмов. Просто конфетка, и там и драма, и сюжет. Ну, это самый классный фильм для меня. Девятый «Путь нити» классный. Кстати, перечитал на днях, не перечитывал, читал впервые ваншот, который как бы предыстория к этому фильму. Как я кайфанул, какая ностальгия, хоть я и вот эту мангу, ну, ваншот не читал, но вообще вспомнил, как я читал мангу. Мы до этого дойдем. Я постараюсь не забыть об этом. Расскажу более подробно. Это было так охрененно, это так кайфово. Вы бы знали. Это супер, я не знаю, с Наруто одни из самых крутых воспоминаний. Так слушайте какое-то описание пятого фильма. Причем, прикиньте, вы не знаете, что такое Наруто вообще. На небе... Ого! На небе Того и Расковоров... Вот тут реально Ко... Вы думаете, я вас наёбы? Нет. Смотрите. Вот. Того и разговоров, что о море и о закате. Там говорят, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах. Слушайте, тут перевод вообще пиздец. Слушайте, «Сила Гарфилда», перевод какой. Ничто в мире не может сделать Гарфилд, участвовать ни в чем, кроме пищи. До мышечной суперкошки на английском «Гарзука» происходит сбой в картун «Мир». Из книг комиксов вселенной с ужасающей новости. Гарфилд явки в деятельности воли присоединиться к его суперхиро Газука в борьбу, чтобы сохранить... Пиздец, а как я это не замечал раньше? Ладно. А еще у меня есть вообще тоже классная тема. Если не ошибаюсь, это я взял погонять и так и не вернул. Я не помню, я, конечно, не... Как так вышло, почему я не вернул? Ну, сейчас уже, типа... Я думаю, всем похуй, все забыли, а кто хотел бы уже. Короче, вот тут серия написана 41-я, 170-я. То есть тут про Пейна, арха Пейна. Я уже пересматривал ее тут. Не помню, почему я на диске пересматривал, где я смотрел до этого. Возможно, мне какой-то другой был диск или что. Ну, короче, блин, арка с Пейном. Слушайте, это самое охуенное, как по мне, что есть Наруто. То есть... Предыстория с момента, когда он адекватно появился, а именно когда закончились филлеры про Утакату, которую Слизень, Биджу, Семиху, нет, стоп, Восьмихвост, это Киллер Би, Семихвост, это Фу, по-моему, Шестихвост, это получается он, по-моему, да. Блин, я уже все забыл, надо... перечитывать, пересматривать. Ну, перечитываю я в процессе выхода книг от Азбуки. Так вот, я сбился. Вот с появления тогда Пейна, когда он вот этого шестихвостого Утакату одолел там просто буквально с ракет одного из путей Пейна. И до концовки, вот как Наруто его полностью побеждает и с ним разговаривает. И драма, и экшен, и самые лучшие битвы, ну, это просто, вот, я не знаю, вот, это как смысл жизни, это, я время от времени пересматриваю эту арку, это просто охеренно, и битва Джирайи с Пейном, это просто охеренно, вот самый пик Наруто, как по мне, да, было круто с войной четвертой Шиноби, с Обито невероятные арки, это просто... Кстати, я узнал, что в манге про Обито филлера, самые первые его упоминания, в конце идут, получается, между
концом Наруто и началом Шиппуден. Ну, манга-то она сплошная, она не делится, но вот если смотреть по аниме, то оно так делится. А вот в аниме, но в 100 каких-то только сериях, по-моему, было. Я, кстати, когда впервые увидел, это, помню, зима была, и Новый год примерно недавно прошел, ну, вот историю Обита, и, блин, мне так грустно было, я так плакал, я охерел, я... Ну, то есть, во мне все переворачивалось, все взрывалось просто, это... Не знаю, вот после Гары. И каково было мое удивление, когда теория и прочее, что человек в маске – это Обита реально. И как Обита раскрыли, и какой он здесь мощный, когда он еще стал джинчурики, десятихвостый. О, взрыв в башке был. Я кайфовал, я тогда мангу читал. Ладно, давайте раз про мангу. Аниме я вот тогда, получается, до 170-х я досмотрел, и все, а потом никак. И интернета у меня не было. Но в 2011 году, кстати, 18 ноября, будет 10 лет, как я сижу в интернете. Я это знаю благодаря сайту Spaces. Я зашел на свой первый аккаунт, ну, точнее, ну, не залогинился, потому что у меня этот аккаунт сперли в свое время, в 2013 году. Поэтому я на Spaces и перестал активно сидеть. Вот. И я вот начал сидеть, и со временем я начал смотреть аниме. Я «Тетрадь смерти» посмотрел на телефоне, на кнопочном, даже покажу вот на таком кнопочном телефоне. Он до сих пор у меня сохранился телефон, ну, правда, там уже нету. Вот. Хотя, может, и на другом, на самом деле, кнопочном, но, по-моему, именно на этом я посмотрел. Samsung, хотел сказать, Galaxy. GTC 3010. Классный телефон, обалденный. Конечно, у него есть и минусы, но для меня он очень классный, кайфовый. И я там еще только каких аниме не скачивал. Плюс у меня еще был триджик от Лайфа. Привет, белорусы, земляки. И я скачивал, у меня бракованный триджик попался. Каждые 20-30 минут включался. Плюс скорость была медленная. Куча вообще и трафик ограничен, куча херня. Ну, потому что Wi-Fi не помню, почему нельзя было провести. Я мучился, но я сотел, я скачивал, я сотел тогда Наруто, вот эти серии начал сотеть. В таком вот маленьком телефончике на... или скачивал на компе, там все в мыле было, там качество звука, ну я сотел, мне было интересно. И мне так нравились вот эти серии, там где Саски на собрание 5 Кагэ напал, как там все начало развиваться, когда Наруто плыл на остров, когда началась война, мне потом уже интернет получше появился со временем. Я скачивал в хорошем качестве, мне еще друг приносил на флешке, помню. Это было так охрененно следить. А потом мне какой-то момент вообще, я смотрел на Узум ТВ, Узумаки Киезет вообще. Потом Узум ТВ, а сейчас, я не знаю, сайт, наверное, погиб. Rain DS в озвучке. Мне так нравилось смотреть Наруто. Я ждал каждую серию, каждую неделю. Вот прям суперактивно. Примерно с 300 какой-то-то я начал активно смотреть. Ну, в смысле, каждую неделю я догнал, можно сказать, ongoing. И потом... Хотя я могу ошибаться, на самом деле, с какой серии я начал прям в ongoing смотреть. Догнал его. Ну, примерно так. Но мангу я точно вот с 300... Нет, больше... С большей какой-то главы. Короче, там война вот уже началась. И я вот с этой... Четвертая мировая война Шиноби, или что. Вот с этого я мангу и начал читать. И мне очень нравилось. Я вот читал там, я за раз. Там просто много глав вышло. Но я начал читать с того момента. И я примерно, знаете, за 2-2,5 дня неполных я ходил в школу. Но я вот все время вечером и до поздней ночи там читал. Я прочел там дохерища глав. И вот первые главы я не читал, я читал только вот первый том от Эксмо. Я купил у одногруппника, прикиньте, у одногруппника была. Вот это старенькое издание. Вот оно все сыплется. Кстати, прикиньте, цветная страница, прикол, да? Вот. Кстати, смотрите, какая страница, ну, больше всего открывалась у него. Вот. Это очень классный раш, что он у меня есть. Кстати, смотрите, что тут. Значок Shonen Jump. Я читал первый том. И потом, со временем, 48-й мне моя лучшая подруга Вика подарила на Новый год 2019, конец 18-го года. Это от Райз Манги. Украинское пиратское, как сказать, издательство. Блин, как бы так показать вам, чтобы... Все видно было, почему?
почему? Вот, короче. Очень классно. Мне очень нравится. К сожалению, тут уже битва закончилась с Пейном, но это офигенно. И перевод такой классный, в котором я читал. Ну, типа, вот. Нагата. Пейн. Это, не знаю, это просто супер. Мне очень понравилось читать. Я перечитывал не так давно и планирую пересмотреть арку этого всего в аниме. Гидома Зло, блин, слушайте, как же это классно. Это просто супер. И все. Вот я пытался читать в онлайне и думал, кстати, это сделать буквально в конце того года, 2020-го. Но потом я наткнулся на новость, что азбука будет издавать Наруто. А я тогда снова начал активно интересоваться мангой. Именно вот, чтобы купить физическую, потому что, типа, не знаю, снова мне захотелось все это делать. Я такой, нифига себе, ну с Наруто будет заново. И все, я такой, я не буду читать онлайн Наруто, я буду собирать. Ну, не в смысле там, я против пиратства, мне похер. Если нет возможности, я ее найду. Вот. И я собираю, как видите, у меня 5 книг. Первые 4 я прочел, пятую еще не начинал. Потому что четвертую я только позавчера закончил читать. Сегодня, знаете, какое число? Сегодня 5 ноября. Поздний вечер. Кстати, записываю, после того, как посмотрел ролик Сергея Жорова. Сергей Жоров, привет, я тебя люблю! Вот. Если ты досмотрел этот момент, это вообще суперски. Еще круче. Вот. Про мангу ютуберов. И мне что-то так это все вдохновило. Не знаю, захотелось записать этот ролик. Я и раньше думал, вот 2 дня назад шел с работы, и такой думал, надо записать ностальгию по Наруто. Ну вот я ее записываю. И, короче, это офигенно. Не знаю, Наруто это просто супер. Вот у меня с подругой Викой есть эдит. Я фотошопил. Еще, помимо этого, я мини-монтажи делал. Вы видели в предыдущих роликах наверняка. Если нет, то можете легко найти, там написать рефил Наруто там, или что-то такое. То есть Ultimate Jutsu, который очень Сергею Жорову нравится, там, где Розенган и Раса Цюрикен кастую. Там, где просто Розенган я кастую. Видос в Крестовый поход в деревню Призрак, там момент, где я тоже что-то там выкастовываю. Короче, такая тема. И еще, так, чтобы вам не заспойлерить, один из отправок мне от Вики, вот, с охеренной наклейкой, стикеры их сейчас модно называть, вот, с Наруто Шипуденом. Еще у меня есть вот такой вот браслетик Наруто, тоже мне Вика подарила на 23 февраля. У меня есть даже ролик на ютубе. Подарунок на 23-го лютого. Вот. Еще на этот день рождения мне она подарила, в числе прочего, стикеры. Тут был третий, но я и уже его использовал. Еще мне дарили, кстати, тоже, по-моему, в конце Нового года. Ну, под Новый год. Тогда вот. И стикеры Наруто. Вот. У меня есть такая вот штучка, не знаю, как называть, переливайка с Минато. Как бы вам показать, чтобы это адекватно смотрелось. Просто до свет. Сейчас пробую фокус сделать. Вот, короче, он кастует Розенган. Тут просто руку держит. Короче, не знаю, как вам показать. Ну, как-то так. Вообще, у меня есть и еще такая с волчицей и пряности. Ого, как вам показать можно. Короче, вот такая есть. И у меня... Я когда покупал фигурку одну...
Хочу вам показать. Ну, не только фигурку на куфоре с рук. Вот такую. Ну, мне просто понравилась она в комплекте там с всякими приколами шла. Достаточно дешево. Смотрите, что там было. Вкладыш. Хочу тут это показать. То есть, смотрите, Jump Paradise. Я бы, возможно, еще это и не показывал вам. Я когда это вот все смотрел, думал, показать, не показать. Но тут есть Наруто, поэтому я решил вам все же показать-то. Вот он, Наруто. Вот, что там? Реклама PSP. Наруто рекламит PSP. Смотрю каждое утро, перед тем, как собираюсь и ем на работу японскую рекламу. Это Japanese Commercial. На YouTube заливал чел один там. И, блин, знаете, там так интересно, что только не рекламили эти аниме-персонажи. Так, это я вам показал, это показал. Еще у меня фишки. У меня есть фишки с Наруто. Однажды я поехал в мою горку с мамой за одеждой и прочим. И вы не поверите, там на... как это сказать, назвать... На вокзале, я вспомнил название. Там на вокзале... Блин, фокус. Короче, мне купили... Я уговорил маму, чтобы она мне купила. Но не сразу уговорила, и не сразу все это купилось. Фишки. Не все, кстати, из этого тогда куплялись. Я не помню, откуда у меня второй. То есть, тут две... Коллекции одни желтенькие, сейчас покажу вам сзади, а другие вот такие. Откуда эти, я, честно, не особо помню. Возможно, я когда покупал на куфоре где-то, их мне положили, либо я отдельно куфоре покупал специально их. Не помню, если честно. Или мне кто-то дал. Фишки, наклейки. Наклейки я использовал, и частично, возможно, вы видели их в тех тетрадках, что я показывал. Кстати, такие потертые уже, старинные. И были еще карты Наруто, а я, долбоеб, я эти карты Наруто выменил на херню, даже не буду говорить, кстати, его как с обложки. Так, это третья книга, значит, 3, 6, 7 тома. Выменил, а чел потом, когда я хотел обратно у него выменять себе, знаете, что произошло? Какая милота, слушайте. Кстати, прикиньте, Наруто взрослый, а Хинато-то малая. Блять, пиздец. Так это, я хотел выменить у него обратно, он сказал, а у меня мама или бабушка, по-моему, бабушка, постирала одежду, а там были внутри карты, он реально показывал, это был такой пиздец, я так разочаровался из своего идиотизма, что я потерял эти карты, выменил на херню, и то, что все им настал капец. Я хочу купить что-нибудь похожее себе в будущем, так сказать, как модно говорить, особенно психологам и психотерапевтам, закрыть гештальт, чтобы у меня были какие-то карты по Наруто, ну, не знаю. И еще я помню, шел с музыкальной школы и увидел вот этот журнал. То ли у меня были откуда-то деньги, что я сомневаюсь, то ли я как-то выпросил. Но, кстати, возможно, и были. Я, короче, купил этот журнал, то ли попросил, чтобы мне купили, дали денег. Это было офигенно. Я купил чисто ради обложки, и тут, знаете, возможно, тут внутри, я уже не помню, ничего нету, либо не осталось, потому что... Нет, все-таки тут это есть, осталось. Потому что я в детстве был еще большим долбоебом. Вот, Наруто. Он главный, Наруто, ты главный. Короче, классно это, да, так кайфовал. И вообще, эпоха без интернета, это... Какие они сексуальные, слухать вообще, как-то пиздато. И, ну, прям, одна из любимых, какие Темари, Кокианка, вот такого села вообще, клево, много полюбил. Короче, чисто ради этого, и в эру без интернета, ну, у меня тогда не было интернета, и вот просто что-то найти, это было так охрененно, вы не представляете, это было супер. Сейчас таких эмоций, просто не получить, потому что очень много чего есть и достаточно доступное, в принципе. Еще я рылся, когда искал тот журнал, нашел вот этот апельсин. Мне, я поржал с Харухи Судзуми,
Я решил проверить, может тут есть что-то по Наруто. Не знаю почему именно этот. Но тут реально есть. И смотрите, тут кроссворд по Наруто. А, первое, враг Наруто. 5 букв. Я думаю, они имели в виду Саски. Что любит делать Какаши? Не знаю, что опаздывать, наверное. Давайте проверим по-быстрому. Опазды. Стоп. Опазды. Не знаю. Так, двоюродный брат Хьюга. Подождите. Три. Двоюродный брак. Брат Хьюга. Хьюга Хинаты. Хрен знает. Рок. Еще Наруто его называют густые брови Ли. Что находит за спиной Гары, блядь? О, слушайте, в команде Наруто девушка. Учитель Наруто в команде с Рок Ли же. Тен. Подождите, в команде с Рок Ли и Нейджи, Тек Тен, или же Майто Гай. Ой, короче, капец, составители вообще. Прикол. И еще последнее, наверное. Я надеюсь, вообще ничего не упустил. А нет, упустил. У меня еще есть диск с Наруто, тут игры. Но тут написано Ultimate Ninja 2. Но по факту у меня тут в диске, на диске совершенно другое. Там, по-моему, какой-то Ultimate Ninja есть все-таки. Не путать со штормами. Штормы — это совсем другие игры. Кстати, когда вышел, помню, у чела, я не помню, откуда взял. У меня даже по телефону постоянно, типа, бля, ты не представляешь, что у меня есть. Я такой, что там, что? Типа, ну что, ты приходи, типа, быстрее. Это был выходной, я на выходные. Короче, не в основной тусовке был. Я тусил у себя тут дома. И я пришел. А у него игра Наруто, блядь. Это первый Ultimate Ninja, по-моему, был. Это такая революция тогда для нас. Такой ахерь был. Мы тогда так охеревали. У меня в горле пересохло же. Это было так офигенно. Это... Бля, и мне хоть он мало давал играть, но когда я играл, вот, кстати, какие-то херни я обмеливал, чтобы он мне дал поиграть. Прикиньте, какая у меня была токсичная дружба просто. Пиздец. Я обменивал конструктор, по-моему, карты даже Наруто вот эти, я обменял, чтобы поиграть в это Наруто, Загару. Ну, у меня было тяжелое детство в каком-то смысле. И, короче, круто. Так вот, то, что на диске, там какие-то всякие муген. Если вы знаете, что такое муген, то у вас было охуенное детство. Вот, и мне по на Ultimate какой-то там Шипуден нравился, или Шипуден муген, я не помню, как называлось. Вот там самое классное, я больше играл. Еще у меня есть фигурка такая, Сасори. Ее мне тоже моя лучшая подруга Вика подарила вместе с 48-м томом Наруто. Блин, это когда было, я охуел, я так кайфовал. Это так классно, слушайте, я до сих пор кайфую, не верится. Тут вот Наруто, подставочка, видно. А что, кстати, внизу? М5-2. Это очень классно. Ну и 5 книг Наруто я уже показывать не буду. Думаю, я спалался, мне в телеграме написали. Все, кому надо, видели. Возможно, даже у меня на канале. Всегда то респект. И думаю, это все, чем я хотел с вами поделиться по Наруто. Наруто — это очень-очень-очень классный и годный тайтл. Я очень рад, что с ним познакомился. Он указал для меня просто неоценимое, это просто необъятное влияние. И сделал меня таким, какой есть Наруто. А именно автор Масаши Кишимото. Я тебе очень благодарен. И благодарен тем, кто досмотрел до конца этот ролик. Он достаточно долгий вышел, и, по-моему, там уже больше 40 минут. Возможно, мы это будем смотреть с вами в премьере. Я буду сейчас это в часике писать. А может, это просто опубликую. В любом случае, большое спасибо вам за внимание. До новых встреч.